Варя, а когда ты узнала, что у тебя есть талант? Наверное, когда впервые вышла на сцену и услышала гром аплодисментов после выступления. Ух ты, повезло. Интересно, а наши ребята в школе знают, что такое талант? Сейчас Полина Демидович и ее гости расскажут нам об этом. Здравствуйте, с вами Радуга ТВ и рубрика «Устами младенцев», и я ее ведущая Полина Демидович. И сегодня у нас в гостях Аня. Аня, в каком ты классе? Во втором. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое талант? Да. Что это такое? Когда у человека что-то хорошо получается. А у тебя есть какой-нибудь талант? Да. Какой? Рисование и танцы. Ты этому где-то обучалась? Да. Где? В художке. А это Яна. И Яна уже у нас какой раз? Второй. Яна, скажи, пожалуйста, что такое талант? Талант — это когда человек что-то умеет делать и этим занимается. Ты что-то умеешь делать? Я рисую и хожу в музыкалку на инструмент. А на какой инструмент? На домбре. Ты хотела бы связать с чем-то из этого свою жизнь? Ну, я хотела связать бы свою жизнь с музыкой. Это очень хорошо, и мы желаем тебе удачи. А это Миша, и он у нас тоже не первый раз. Миша, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что такое талант? Талант — это что-нибудь хорошее сделать. Ты делаешь что-нибудь хорошее? Делаю машины, тракторы и самолеты. Из чего ты это делаешь? Из пластилина. В дальнейшем ты хотел бы связать свою жизнь с моделированием? Да. Мы тебе тоже желаем удачи. А у нас новый гость. Представься, пожалуйста. Меня зовут Хагай Софья. Софья, скажи, пожалуйста, что такое талант? Талант — это что человек умеет больше всего. Ты что-то умеешь больше всего? Да. Что? Я умею петь, танцевать. А у тебя что-то получается из этого круче всего, лучше всего? Да. Что, ты поешь хорошо или танцуешь? Ну, и то, и другое. Можешь нам сейчас что-нибудь спеть? Не знаю. Давай подумаем, какую бы песню ты смогла спеть. Давай в лесу родилась елочка, скоро же Новый год. Давай. В лесу родилась елочка, в лесу одна росла зимой, и летом стройная зеленая была. Метель ей пела песенку. Спи, елочка, бай-бай. Морозим мы кутывал, смотри, не замерзай. Молодец, Соня. Мы желаем тебе в твоих творческих способностях удачи.